Друзья, впервые за 3 месяца обновился рейтинг сборных по футболу. Расскажу, какие изменения произошли в первой десятке. Узнаем, какие перемещения у стран СНГ и кто лучше на каждом континенте. Молдавия 178 место, плюс 2 вверх. Страна является худшей среди республик СССР. Литва 142 место, минус 4 вниз. Туркменистан, не сумевший пробиться на Кубок Азии, занимает 135 место, минус 1 вниз. Латвия и Азербайджан по соседству 128 и 129 места. У латышей прогресс плюс 1, у азербайджанцев плюс 6. Казахстан 114-й. Благодаря успешному выступлению в Лиге наций подъем составил плюс 11 ступеней. Таджикистан на одну позицию опережает Эстонию. Обе сборные поднялись в рейтинге плюс 6 и плюс 1. Беларусь 96-я. Команда опустилась на 3 места вниз. Киргизия 95-я. Сборная вышла на Кубок Азии и сохранила свою позицию в рейтинге FIFA. Армения 92-я. Грузия 82-я. Плюс 3 вверх. Узбекистан 77-й. Плюс 6 вверх. Россия не играет, но это не мешает повышаться. 35-е место плюс 1 вверх. Это следствие сильного падения Коста-Рики. Украина 27-я. Лучшие сборные каждого континента. Бразилия, Южная Америка 1-е место. Бельгия, Европа 2-е место. Мексика, Северная Америка и Карибы 12-е место. 3 вниз. Сенегал, Африка 18-е место. 2 вверх. Иран, Азия 23-е место. 2 вниз. Новая Зеландия, Океания 103-е место. 2 вниз. Команда проиграла стыки за право выхода на чемпионат мира 2022. Итак, две лучшие сборные рейтинга нам известны. Бразилия и Бельгия сохранили свои места. Аргентина 3-е место плюс 1. Франция 4-е место минус 1. Англия 5-е. Сборная здесь была в марте. Испания 6-я плюс 1. Италия 7-я минус 1. Нидерланды 8-е плюс 2. Португалия 9-е минус 1. Дания 10-е. Германия 11-е. Рекомендую, кто сыграл в Лиге чемпионов больше всех игр. Ставьте лайк и услышимся еще.